Кобра-Сессио, ребята, чуточку позже, в перерыве. Друзья, давайте еще раз за кулисы подарим ваши аплодисменты. Принцип Кис, ребята, которые дали нам немножечко размяться, и это очень хорошо. Ну что, скажите, пожалуйста, готовы вы продолжать? О, все, здорово тогда. Чувствуется, что у нас настрой прям самый, что ни на есть позитивный, поэтому предлагаю продолжить. Прямо сейчас мне не терпится, честно скажу, мне очень не терпится пригласить этого человека на площадку. Однажды он мне как-то написал даже ВКонтакте и предложил сыграть с ним в одну игру. Я подумал, что происходит, какая игра? Он мне скинул видео, я посмотрел, подумал, боже, это настолько круто. Я думаю, он нам обязательно расскажет, что это за игра. Ребят, под ваши аплодисменты. Чемпион мира по универсальному бою. Был тренером профессиональной команды по смешанным единоборствам. 6 лет назад полностью парализовало. 1,5 года был обездвижен. 2 года учился ходить, а сейчас имеет 3 проекта. Арикусай, русская рулетка и блогерство. Встречаем Валерия Ещенко! Валерий, микрофончик. Подождите, у нас же челлендж есть. Мы, тем более вы человек, который профессионально умеете. Мы хотели сделать один челлендж, выруби ведущего называется, но подумали, вы слишком быстро это сделаете, поэтому решили другой. Нам нужен самый крепкий мужчина в зале. Кто себя таким считает? Можно вас пригласить, пожалуйста? Помощь нужна. Ребята, подарите аплодисменты, пожалуйста. Так, вы чем-то занимаетесь профессионально? А чем занимались? Я его знаю, он тоже занимался профессионально, но довольно-таки на уровне Пермского края. Вы не подставной? Нет. Нет? Ну хорошо тогда. Встаньте, пожалуйста, друг напротив друга. Да не переживайте, нет, не так, вот прям вот, да, вот смотрим в глаза. Челлендж будет крайне простой. Что обычно происходит перед боем? Ну, мы смотрим друг другу в глаза. Да, все правильно. Битва взглядов. Нет. Вот просто у боксеров. Дуэль взглядов. Все правильно. Можно подойти чуточку ближе? Валерий, я ставлю на вас 1000 рублей, поэтому, пожалуйста. У меня ставка горит. Подождите, рано, Валерий. Он уже начинает сыпаться. Ребят, мы дадим обратный отчет все вместе от 10 до 0, после чего наши герои устроят дуэль взглядов. Кто первый моргнет, тот и проиграл. Договорились? Это называется русская дворовая рулетка. Не играли? Очень опасный вид спорта. Итак, готовы? Обратный отчет все вместе. И 10, 9, 8... Поехали! Моргнул. Серьезно. Он до сих пор не моргает, понимаете? Кто моргнул? Я не моргал. Нет. Я больше не буду моргать. Я смотрел Валерию в лицо. Друзья, подарите, пожалуйста. Спасибо вам большое за помощь. Ну, Валерий, я не знаю, как вы смотрели на него. Мне даже стоит страшно. Ну, конечно, смутили этим тестом. Кстати, у нас есть нововведение. О нем мне сказали в перерыв. Я могу сидеть здесь и тоже пить чай. И это хорошо. Ну, прежде чем начать свою историю, я хочу рассказать о своей маме. Она 4 года назад умерла от онкологии. Ей нужна была уже как бы помощь, операция. Но у нее был рак мозга. И когда меня парализовало, ей нужно было идти на операцию. Но эти женщины, эти матери, каким-то образом болезнь купировалась в ней. Она не пошла на операцию. И эти мои 1,5 года, когда я совсем был скрюченным овощем, она была рядом. И в принципе это невозможно, чтобы такая разновидность онкологии не росла быстро. Но она не росла. Это могут только женщины. Ради любимых, ради близких. Мужчины так не могут, даже 10-й части. И это выступление я посвящаю своей покойной маме и своей живой жене. Я...
6 лет назад, 8 марта, я сделал супруге подарок. Я стал сам дышать. Ну, кто какие подарки делает? Ну, вот она до сих пор говорит, что это самый крутой за 15 лет, что мы вместе. Что вот все эти, этот долгий шок, который был. Я задышал 8 марта, и наметилась положительная динамика именно. И теперь моя история. В январе 2012 года мы с семьей, тогда еще маленькой дочкой, женой и я, мы отдыхали в Таиланде. Ну, что за инфекция там была, что за лихорадка там. И заболевание это вот, ну, когда летел в самолете, мне уже стало плохо. Боли в животе, какие-то провалы в памяти начались, какие-то шатания перед глазами, сильная слабость в руках, ногах. Как прилетели, я сразу лег в больницу. Сначала меня парализовало ноги, потом через 3 часа руки, потом мочевой пузырь. Я не мог пописать 1,5 суток, но потом мне катетер поставили. Я уже орать стал, там почти 2 литра вышло. И меня спасло, что профессора вызвали. Хороший дядечка Шестаков, не знаю, живой, нет еще. Он приехал на меня, посмотрел и скомандовал, что меня быстро в реанимацию везли. Вот буквально час, и я бы уже задохнулся. То есть парализовывало уже одну грудную клетку. Я уже почти не говорил, ну, слабый голос такой. И когда меня везли в реанимацию, там, до заполнения документов, у меня стали легкие выключаться. И вот там из другого корпуса, в 9-й месточасти нужно, меня везут по улице, и я понимаю, что я не могу вдохнуть. И я подумал, что, ну, это все. Ну, вот, на пороге смерти, как я тогда думал, как-то все мне показалось, ну, вся жизнь как-то вот нивелировалась. Я чемпионом мира был, сборная молодость была и много стран посетил. Но как-то вот все, не было страха, вообще никакого сожаления, что вот как-то, ну, не так. Захотелось дочь свою увидеть перед смертью. И все, я потерял сознание. Ну, была кома почти больше месяца, там почти 40 дней. Ну, я про кому не буду рассказывать, это вообще отдельная тема, это перемещение по разным мирам. Что это игры разума или какие-то на самом деле миры есть. Я как 50 на 50 у меня. Я даже думать об этом сильно не хочу, потому что тут тема такая скользкая очень. Я пришел в себя где-то в начале марта от невероятной боли. Все прямо тело скрючило. Я был абсолютно неподвижен. И потерял в весе на тот момент около 50 килограмм. То есть с 97 килограммов где-то до 48. То есть скрюченное абсолютно неврологическое тело. Абсолютно просто скелет, обтянутый кожей. Все скрючено, все суставы вывернуты. Ну, по неврологии. Впадина вместо живота. Вот, я вот мог на возвышение голова. Как бы вот этот ужас. Я первые мысли... Я понял, что я неподвижен, что нужно пытаться снова и снова, и когда-нибудь получится пошевелиться. Я стал пытаться. Пытаешься, никакого движения. Не можешь. И это боль невероятная, не можешь спать. И аппарат за тебя дышит так вот. И так вот, день за днем, время медленно идет. Ты не спишь, не ешь, получаешься, не двигаешься. Каждый день трупов упаковывает, возит. И вот это невероятная боль. Да, мне морфий кололи, мне облегчение где-то вот на полчаса где-то было. Но после морфия, когда это проходило ощущение, сейчас новая сила еще больнее становилась. И в какой-то момент мне так плохо стало, ну так невыносимо. И жить неохота. Думаешь, ну когда же я отмучаюсь от этих, ну... Мертвых возят и увозят. Ну когда я так больно? И вот этот момент произошел, я как бы сдался. Прямо отпустил ситуацию. Вот, все, ну все, мне нечего терять. И прямо вот такая волна по телу прокатилась. Вот этот момент принятия, я так его запомнил. Даже боль притупилась. Боль не перестала быть.
я перестал ей сопротивляться. Я перестал сопротивляться ИВЛ, ну, аппарату. Перестал сопротивляться неподвижности. И мне стало легче. Мне захотелось жить в этот момент. И захотелось двигаться дальше. Ну, захотел. И я сейчас хочу рассказать просто про два случая, которые я хорошо запомнил в реанимации. Там два человека не быстро умерли. Вот один стоматолог, 42 года, справа от меня, 2 недели умирал. Он пришел на своих ногах в больницу. Здоровый, богатый. Ему удаляли паховую грыжу. Операция пошла не так. Ему перелили какую-то плазму крови. И у него какая-то аутоиммунная реакция произошла. И перестала кровь свертываться. И он умирает. То есть не свертывается кровь, рана не заживает, кровь не останавливается. И он 2 недели умирал на моих глазах. Орал безостановочно. Орал. Там кровь как, ну как кофе была, черная. Так и умер. А слева от меня чуть ли не профессор каких-то филологических наук, парень 27 лет, бросился под поезд. Медсестры нашли у него в одежде предсмертную записку. Они ее несколько раз прочитали, только потом полиции отдали. У него была жуткая депрессия несколько лет. Вот он ездил по разным странам, там у него были какие-то родители крутые. Он учился в Вене, работал в Испании, где-то еще. Много как бы девчонок у него было. Но него ничего не радовало, вот эта депрессия его мучила и мучила. Вместо того, чтобы пойти к врачу, ну у нас как в России, как психиатр, это враг-дурак, синоним, он выбрал броситься под поезд. Ну вот такая ментальность русского народа. Ну вот такая печальная история. Но я для себя не сделал неправильный выбор сначала. Я себе сказал, я встану, так вот что-то посчитал, за 8 месяцев, так четко, все. Я верю на 100%. Меня ничего не интересует, через 8 месяцев я встану и пойду. Через 3 месяца меня перевезли домой, ну, сначала в неврологии подержали, но перевезли домой. Проходит 8 месяцев, и никакого прогресса. И тут у меня ужас, что я вот таким овощем останусь. Невероятный ужас. 8 месяцев, а прогресса нет. То есть я как лежал, так и лежу. Вот только шея, так вот шевелится. Все. И вот тут мне стало страшно, по-настоящему. Но помог случай. Меня мама днем клала на бок, подпирала подушками, чтобы я смотрел телевизор. Но делать нечего. И я лежал, а она вот, получилось, ушла. И в этот момент противопожарный матрас китайский, но он часто сдавал сбои, но тут он конкретно сбой сдал. И там несколько секций сразу же так сдулось, и я на пол как грохнулся, больно так, ударился, нос разбил. И лежу, и так мне себя жалко стало, думаю, блин, ну что такое вот, кровь течет, вот я лежу. Подходит кот, а у меня сибирский кот был тогда, Максим. Он меня игнорил, парализованного. А тут подошел, стал нюхать и пот с лысины слизывать. Лежит. Потом за ухо стал кусать. Больно так, у меня до сих пор осталось тут трубцы. Уже как у меня кровь бежит, я стал головой вот так вот дергать. А он меня лапой придерживать. И у меня получается лапа-то прямо в глаз. Я успел его зажмурить. Я, блин, урод, козел какой. Ну, такая ненависть к коту. Ну, какая сволочь, думаешь. Его кормишь, там, ну, больше 10 лет живет. А он меня сейчас глаз выцарапает, и еще ухо сейчас отжует. И что-то, и в этот момент у меня снова момент принятия принял. Ну и хрен с ним. Я ничего не могу. То есть, этот момент принятия, опять я сдаешься. Ты принимаешь ситуацию тотально, то есть вообще тотально принимаешь, вот что есть, то есть. Парализован, на полу, кровь бежит из носа, из уха, сейчас кот выцарапает глаз, а ну и хрен с ним. Прямо какая-то волна опять прокатилась по телу. Ну тут мама пришла, катанка, догнала меня, с соседом подняли, и со следующего дня у меня пошел прогресс. Прямо связано это с принятием, не связано. Мне привязывали руки, ноги,
к турнику эластичными бинтами, я вот по миллиметру их целый день так пошевелил, потом ноги, ну там кровь оттекает, нужно снимать, ноги чуть-чуть какой-то миллиметр, там 2 миллиметра, 3-4 вот это, и они вот шевелятся. И так вот постепенно как-то мышцы стали цепляться, нейронные связи новые появляться. И через полтора года, сейчас покажем первые мои шаги, но еще момент расскажу. Мы посмотрели фильм «1+1», меня друг на коляске инвалидный вытащил во двор. Я поклонник «Формулы-1». Он такой: сейчас я тебя разгоню, так классно, скорость почувствуешь, там типа все, на всех пофиг. Он разогнал, бежит. Ну, на километров 10 быстро так разогнался. И мы на какой-то бордюр налетели. Невидимый. Ту-ту! И я дальше полетел. Коляска сзади. И все, как бы так. И упал. Головой ударился. Ноги, руки под меня. И у меня опять ту-ту! Так больно. И опять вот этот момент принятия. Третий раз. Я как бы от никакого протеста, что это случилось опять. Опять принял ситуацию. И что-то так опять так хорошо стало. Друг матерится. Ай. Ну, я как бы не в претензиях вообще изначально был. И сейчас мои первые шаги хочу показать. Вот полтора года. А где будут показывать? Здесь? Да вот здесь тут. Координация немножко. Ну, как оживаешь, Ларя? 13 есть, нормально все. Прям бешеный восторг родных. Вот это Степ такой, прям все радуется так. Что, все, один идет? Один, конечно. Офигеть. Лиза, ты где? Мама, я еще вот это подарю. А где сыр? Спасибо, Лиза, ты иди. У меня шарик. Что ты так одеть? Это шарик, я дома. Или из этого? Я шарик, я не съем. Я тебе держал. Куда побежал? Ну там мама лежит. Отец книжку читает уже. Ну это все. Сейчас